Вот перекачивается презентация. Сейчас я приглашу тогда к выступлению как раз руководителя компании МФБ Пососаева Евгения Евгеньевича. Вот он сидит рядом со мной. На самом деле это организация финансовая. И вот не буду забегать вперед, он сейчас нам все расскажет. А как вашу организацию все-таки лучше именовать, компанией МФБ или микрофинансбанк? Все очень просто. Она как называлась, так и называется компания МФБ. И аббревиатуры банк в нашем названии никогда не было. Такая ассоциация возникла только исключительно из-за того, что наши личные кабинеты, которыми пользуются клиенты, они размещены на адресе microfinansbank.com. Этот адрес просто мне понравился, мы его за собой зарегистрировали, и поэтому с тех пор все наши пользователи, а их на сегодняшний день в ЛК порядка 8 тысяч человек, они вот... решили, что мы на самом деле банк. Но я сейчас объясню. Получилось, да? Да, по всей видимости. Давайте я тогда встану. На самом деле целью называться или не называться в той или иной аббревиатуре для нас никогда не было, потому как это напрямую не влияет в принципе на получение дохода и не может расширять круг наших услуг, которые мы оказываем нашим клиентам. И вы как представитель банка, я думаю, со мной согласитесь, что нося этот гордый статус банк, многие услуги, которые доступны нам, для вас, как для кредитной организации, недоступны вовсе. Поэтому я думаю, что конкурировать нам здесь совершенно нет никакого смысла, тем более, что та сфера деятельности, в которой работаем мы, она несколько иная. Кому интересно пользоваться услугами банка, это, в принципе, достаточно большой спектр услуг, я сам долгое время проработал в коммерческом банке, те ими и пользуются этими услугами. Но для многих людей, для многих даже не людей, а предпринимателей, пользование услугами банка в своем бизнесе носит достаточно невыгодный характер. Почему? Потому что, во-первых, у банка есть ряд требований по предоставлению кредита, в частности, наличие, там, например, залогового имущества, наличие там, красиво нарисованных балансов, наличие различных там, критериев, которым должен соответствовать предприниматель для того, чтобы обратиться в банк. Ну и самое главное, это то, что кредитная нагрузка, которая ложится, правильнее сказать, даже не кредитная нагрузка, а объем платежей по обеспечению кредита для предпринимателя, это очередная статья расходов. А как мы все знаем, для всех, в принципе, сфер бизнеса, основная проблема в отсутствии роста – это большие накладные расходы. Это расходы могут быть какими угодно, в том числе и расходы, связанные с арендой, с заработной платой, с обеспечением кредитов и совсем. И поэтому, когда здесь звучит вопрос, а почему предприниматели не задают вопросы власти, то, в принципе, наверное, я вот вижу объяснение только одно. Предпринимательское сообщество просто не понимает, а в чем власть может напрямую помочь. То есть предприниматель ежедневно связывается со своими постоянными проблемами, и одна из таких проблем, в частности, в Москве, это высокая стоимость арендных платежей. Не каждый предприниматель может обеспечить себя собственной недвижимостью. Но при этом, каким образом власть может помочь в том, чтобы решить эту проблему высоких арендных платежей? Ну, на сегодняшний день такого решения лично, я считаю, нет. Может быть, оно и есть, но оно реализуется в очень маленьких масштабах в виде, наверное, каких-то скромных государственных программ, которые могут себе позволить обеспечить предпринимателя недвижимостью. Это к вопросу о банках и к вопросу о взаимодействии предпринимательского сообщества с властью. Теперь вернемся, в общем-то, к освещению нашей деятельности, кто мы, что мы и чем мы занимаемся. На первом слайде вы видите полное название нашей организации, а самое главное, Игорь, можно чуть назад? А самое главное, лозунг или тезис, которого мы придерживаемся в процессе своей работы.
Мы могли бы любой придумать другой слоган, но выбрали именно этот, потому что в нем содержится, в принципе, ключевая информация относительно того, чем мы занимаемся. Мы финансируем бизнес. Компания была создана в 2012 году. С тех пор я как был, так и остаюсь ее неизменным руководителем и единственным учредителем и создателем. Была создана как микрофинансовая организация, каких много на сегодняшний день в России. Вы, в принципе, выходя на улицу, видите большое количество наших бывших теперь уже конкурентов. Это компании «Быстро деньги», там, «Домашние деньги». То есть компании, которые специализируются на предоставлении краткосрочных займов физическим лицам. Но с развитием, в общем-то, бизнеса выросло и понимание и наше, что узкоспециализированно заниматься только кредитованием населения, которое не имеет возможности обратиться в банк ввиду, например, своей даже отрицательной кредитной истории, залазит в очередную небольшую такую, да, долговую ямку с очень высокой финансовой нагрузкой. Этот бизнес имеет определенную рентабельность. Открою секрет, на нем можно зарабатывать, он дает доход, даже несмотря на высокий уровень неплатежеспособности вот такого клиента, который после банка уже приходит в микрофинансовые организации. Вот. И поэтому мы стали расширять наши интересы в пользу того, чтобы работать и сотрудничать. Не буду применять слово «кредитовать», а «финансировать», и объясню почему. Стали работать уже с предпринимателями, потому как для этого сообщества предоставление средств – это, как правило, не очередная долговая нагрузка, как в случае с физическими лицами, а дополнительные возможности для пополнения оборотных средств, либо, например, для оплаты каких-то срочных платежей, связанных с арендой, заработной платой и другими накладными расходами, которые предприниматель должен просто оплачивать своевременно, иначе это бы ставило определенную угрозу для его бизнеса. И мы для себя выделили те направления, которые на сегодняшний день нам интересны. Пожалуйста, слайд номер два. В частности, первый пункт, я осознанно его поставил на первое место, потому как считаю, что кредитное сообщество, в которое можно включить как частных инвесторов, о которых нам говорили сегодня, и сами кредитные организации, старшие собратья, так мы их назовем, участники всего этого финансового рынка, открыто данное направление в бизнесе просто никаким образом не рассматривают. Я, конечно, не истинно последней инстанции, я полагаю, что, может быть, есть какие-то исключения, но у меня достаточно хороший опыт работы в банке во многих структурных подразделениях. Я могу сказать, что такое направление, как кредитование стартапов, в принципе, кредитным организациям не интересно вообще. А предприниматели, которые обращаются с подобным предложением в банк, просто не могут соответствовать тем требованиям, которые выставляются банками или частными инвесторами. А требования эти очень просты. Я их сегодня уже, в принципе, перечислял. Банки зачастую подобным клиентам немедленно отказывают. И на первый взгляд хорошая, красивая, интересная идея, которая могла бы принести очень хорошую прибыль, с высоким уровнем рентабельности, зачастую просто не может быть реализовано из-за отсутствия денежных средств. Нам же подобное направление весьма интересно, потому как мы рассматриваем его не как продукт для продажи в виде продажи денег, как это, например, делают кредитные организации, которым, в принципе, сама идея абсолютно не важна. Для них важно реализовать денежные средства и получить обратно начисленные проценты. Это, в общем-то, нормально. Сами видите, какое большое количество банков работает, успешно развивается. И это говорит о том, что это вполне востребованная услуга. Мы работаем в несколько ином секторе, в иной сфере рынка. Мы заинтересованы в финансировании тех направлений, которые, ну, можно сказать, игнорируются банками. Мы заинтересованы финансировать, а не кредитовать, потому как мы не накладываем ежемесячную кредитную нагрузку на такого предпринимателя, а формируем определенный объем, который вносится в уставный капитал, создается новая компания, если речь идет о создании компании с нуля, в которой тот субъект, который к нам обращается за финансированием, получает определенную долю в уставном капитале за свою рациональную идею, за свое предложение, за свои какие-то навыки, опыт, который у него есть, и это позволяет ему
утверждать и показать нам, что его идея интересна, она может быть реализована, она может приносить прибыль. Такая идея может быть абсолютно любой, начиная от, там, я не знаю, производства веников и кончая, да чем угодно. Все, что находится в правовом поле, все, что может принести прибыль в том объеме, в который для нас является достаточной для покрытия именно наших расходов, связанных с теми денежными средствами, которые мы в этого предпринимателя вкладываем. И со своей стороны вносим эти средства, тем самым формируем уставный капитал и необходимый достаточный объем для того, чтобы эту рациональную бизнес-идею реализовать. Дальше. Второе направление – это финансирование под залог действующих активов, которые есть уже у сформированного взросшенного бизнеса, выросшего бизнеса. Это могут быть абсолютно разные активы, в том числе недвижимость, автомобили, залог товара в обороте, то есть все что угодно, все что представляет определенную ценность и может гарантировать возвратность предоставленного финансирования. Здесь уже речь идет не о формировании уставного капитала с целью создание новой компании, нового стартапа. Здесь речь идет о финансировании действующего бизнеса, который нуждается, например, в пополнении оборотных средств. Дальше. Третье, четвертое направление – это краткосрочные займы юридическим лицам. Это направление весьма у нас хорошо работает. В принципе, наш кругозор по работе с предпринимателями и бизнесом стал как раз с этого направления и расширяться. То есть мы увидели, что у бизнеса есть точно такие же краткосрочные потребности, как у физических лиц, и обращение в этом случае как к инвестору, который требует дополнительных гарантий, так и в банк, который требует кучу предоставления документов, мы в этом случае выступаем, можно сказать, передовиками, потому как решение мы принимаем быстро и можем предоставить денежные средства, в принципе, без обеспечения. Естественно, все это ограничено по суммам. Суммы это могут быть разные, и в основу здесь даже положен не наш риск выдавать денежные средства без залога, а положено те взаимоотношения, которые у нас уже сложились с нашим клиентом, и если речь даже может идти о приличной сумме, то наработанная с нами его кредитная история в нашей организации может в принципе его постоянно выручать, и мы предоставляем эти денежные средства, например, как на пополнение оборотных средств, связанных с сезонностью, срочная оплата арендных платежей, выплата заработной платы. То есть, в принципе, любые нужды, которые возникают у предпринимателя в режиме здесь и сейчас. В этом случае ему, конечно же, может быть невыгодно, если сравнивать те процентные ставки, которые мы ему сможем предложить и которые ему сможет предложить банк. Но быстрота принятия решения зачастую в бизнесе очень важна. И поэтому это направление также нами практикуется, мы с этим работаем, и клуб «Бизнесленд», в общем-то, здесь для нас является связующим звеном с предпринимательским сообществом, где мы можем об этом рассказать и получить для себя новых клиентов, которые готовы будут этой услугой пользоваться. Естественно, без внимания мы не оставили работу с физическими лицами, когда речь идет о кредитовании под залог и, например, какой-то имеющейся недвижимости. Зачастую происходят ситуации, когда сам предприниматель, он в одном лице и директор своей фирмы, и учредитель, и еще где-то акционер, а в то же самое время он вкладывает свои собственные средства в развитие этого бизнеса и, в принципе, не распределяет, где его деньги, а где деньги его бизнеса. В этом случае люди обращаются к нам как физические лица, мы предоставляем им денежные средства под залог и уже абсолютно не интересуемся, на какие средства они ему понадобились, зачем, каким бизнесом он занимается, куда он эти деньги собирается вкладывать. То есть это тоже одно из направлений, которое у нас работает. И последнее, участие в аукционах и торгах, это абсолютно новое у нас направление. Сейчас мы этим активно занимаемся. В основном здесь может идти речь о краткосрочных, так в кавычках назову, спекулятивных сделках, в которых мы можем свободные денежные средства использовать для, например, участия в каком-то тендере, торгах, аукционе, купить ту или иную собственность в конечном, и после этого ее продать. Это могут быть сотрудничества как в форме аукционов и торгов, так и в виде обычных сделок, которые наши клиенты и наши агенты предлагают нам, мы на эти сделки идем, если видим определенную для нас прибыль.
Следующий слайд, пожалуйста. Для того, чтобы весь этот финансовый механизм работал, безусловно, мы используем в том числе и денежные средства заемные от физических и юридических лиц и готовы своим клиентам предложить доходность по трехмесячным депозитам в размере 24% годовых, 6-месячных 26% и 12-месячных 30% годовых. Проценты по всем этим депозитам выплачиваются ежемесячно. Есть еще отдельный, можно сказать, договор, по которому мы принимаем денежные средства в режиме до востребования, но мы стараемся его особо не практиковать, так как это не очень удобно для нашего бизнеса. Но все же некоторые наши клиенты этим пользуются. По данной услуге мы даем доход в размере 16% годовых, но при этом денежные средства наш клиент может забрать в любой момент, не ограничено по времени. Вообще, в принципе, по закону мы обязаны возвращать нашим клиентам по требованию, неважно на какой срок был заключен договор, но если договор расторгается досрочно, то доходность, естественно, уменьшается до 0,5% годовых. Депозитная программа может быть использована как физическими, так и юридическими лицами для размещения своих свободных денежных средств. Это могут быть денежные средства и в том числе из бизнеса, например, временно высвободившись в связи с сезонностью, так и физическими лицами на более долгосрочный период. Следующий слайд. Всего на сегодняшний день в компании порядка 8 тысяч клиентов, которые зарегистрированы в наших личных кабинетах, привязаны к нашему сайту. Это люди, которые в основном узнали о нас через глобальную сеть интернет и продвигают наши услуги, находясь либо в статусе клиента, либо в статусе агента нашей организации. Агентов на сегодняшний день по России порядка 600 человек, и, наверное, просто невозможно назвать город, в котором отсутствовал бы наш представитель, представляющий наши услуги. Для того, чтобы эта агентская сеть развивалась, в компании предусмотрена партнерская программа, по которой выплачиваются проценты за выполненную работу. В частности, по депозитам. За работу с клиентом, который размещает денежные средства на трехмесячный период, процентная ставка 3,5% вознаграждения, на 6 месяцев 5% и на 12 месяцев 7% единовременно выплачивается в качестве вознаграждения нашим агентам. Мы применили, почему, в общем-то, у нас и сформировалась такая большая агентская сеть, это была достаточно серьезная работа проведена, но мы получили это благодаря тому, что в нашей компании применена только лишь в части, многие люди боятся этого слова, система сетевого маркетинга. Это система, при которой бы бонусы или вознаграждения выплачивались в том числе и в пассивном порядке тем, кто формирует под собой сеть, можно сказать, себе подобных агентов. Для многих это слово страшное, сразу все представляют Amway, Herbalife и все остальное, но на самом деле это отлично работающая система, которая позволяет, скажем так, набирать персонал, набирать рабочих агентов, не прибегая, в принципе, к услугам различных кадровых агентств. То есть люди приходят сами, они приглашают за собой новых и новых и новых агентов, тем самым у нас растет клиентская сеть. По второму уровню дохода со всех депозитов мы платим 1%, и с третьего уровня 0,5% от сформированной суммы. Естественно, есть и вознаграждение по тем сделкам, которые связаны не в кавычках сказать, со входом денежных средств компании, а с их выходом. Ну, выходом я здесь называю различные бизнес-направления, о которых я рассказывал вам ранее, которые приносят компании прибыль. В этом случае с этой прибыли мы тоже платим доход. По всем беззалоговым сделкам в качестве бюджета, который мы выделяем на это составляет 20%, которые делятся на 5% направляемые директору представительства в данном регионе, и 15% от прибыли направляется агенту, который конкретно эту сделку курирует, ее проводит, и от которого мы получили своего клиента. По всем залоговым сделкам процентная ставка меньше, агент получает 7% от прибыли, и директор получает 3%. Как может эта программа, в частности, работать в составе клуба «Бизнесленд» и в составе предпринимательского сообщества, которое входит в этот клуб.
Я думаю, что вы все согласитесь со мной, что для каждого из вас бизнес – это прежде всего та прибыль, которую вы с этого бизнеса получаете. И, наверное, заниматься бизнесом ради просто идеи, ради интереса или ради детской мечты никто не будет. Если этот бизнес не дает достаточного дохода, достаточной прибыли, которую вы бы хотели, либо весь доход зачастую уходит на расходную часть этого бизнеса, естественно, бизнес уже не удовлетворяет своего собственника. Поэтому, чтобы эту ситуацию исправить, на базе вашего действующего бизнеса, это могут быть какие-то офисы, точки продаж, все что угодно, вы можете использовать наши программы по депозитам, по всем остальным продуктам, которые можно назвать одним словом займы, которые я до этого перечислял, получать с этого дополнительный доход от тех услуг, которые будет оказывать наша компания вашим клиентам. Вы со своей стороны получаете, во-первых, расширение клиентской сети, во-вторых, что, в общем-то, очень важно, прибыль, которая заложена партнерской программой. Дальше, следующий слайд. Сотрудничество, мы видим основной целью сотрудничества с любым агентом, это его рост до уровня статуса директора. То есть директор – это уже лицо, которое в нашей компании сформировало под собой агентскую сеть, выполнило определенные требования, связанные с выполнением плана, который мы ставим по работе с клиентами по депозитам и по работе с клиентами по займам. И благодаря этому данный сотрудник получает ряд преимуществ. На базе действующего бизнеса мы компенсируем расходы, связанные с оплатой аренды. Это в частности, если, например, вы на арендованных площадях ведете свой бизнес и параллельно с этим оказываете в том числе услуги нашей компании, то при выполнении плана мы компенсируем либо полностью, либо частично расходы по аренде. А это, как вы сами понимаете, для вас уже сокращение расходной части, что, в общем-то, равно увеличению прибыли. Ну и, соответственно, больше интереса от того бизнеса, которым вы занимаетесь. Не вижу никакого смысла для себя идти по пути тому, по которому идут, в принципе, большинство микрофинансовых организаций и банки, когда открывают повсеместно свои самостоятельно обособленные подразделения. Если посмотреть на тот опыт, который есть на сегодняшний день в Европе и Америке, бизнес консолидируется, объединяется в определенные группы, и одна и та же группа товаров продается с одной розничной точки, представляя разные компании. Это, я считаю, вообще очень сильное отличие нашей компании от большинства других. Мы максимально минимизируем наши расходы, связанные с арендой и открытием новых торговых точек за счет привлечения наших клиентов, которые становятся впоследствии нашими агентами и продают как свои услуги, неважно, чем бы вы занимались, например, даже склады, вот складовка вашей компании, так и интересы нашей компании, наши услуги. В этом случае и вы получаете прибыль, и получаете новых клиентов, и мы можем продумать вариант взаимодействия, каким образом, например, платежи за оказываемые вами, вашей компании услуги, мы можем сформировать в качестве заемных для клиента. Вот. Я это говорю к тому, что наша компания готова, в принципе, к сотрудничеству с любым интересным направлением, которое было бы взаимовыгодным для обоих сторон. Дальше, второе, что получает предприниматель в результате сотрудничества, фиксированная заработная плата как для самого руководителя, так и для персонала, который занят в продаже наших услуг. И, что самое главное, это, в общем-то, является стимулом для многих предпринимателей, для многих бизнесменов, это возможность финансирования бизнеса по льготной процентной ставке, которая будет в разы конкурентоспособнее, чем то, что на сегодняшний день могут предложить банки. Почему так? Мы заинтересованы в том, чтобы наши услуги продавались максимально дешево, и мы могли сэкономить те денежные средства, которые бы тратили на повсеместное открытие офисов и аренду площадей, и пустить их на развитие того бизнеса, с кем мы сами и сотрудничаем, с кем мы и взаимодействуем. В принципе, это основная информация. Давайте следующий слайд. В завершении скажу, что оперативный контроль или учет за начисляемыми бонусами, за сформированными депозитами, за предоставленными займами, порядком их начисления,
Все это сконцентрировано для удобства использования из любой точки мира в личном кабинете, который размещен в сети интернет. И каждый наш клиент, так же как и руководитель, и директора, и агенты, могут оперативно отслеживать все изменения и управлять своими денежными средствами, ну, тем самым оперативно сотрудничать с компанией на дистанционной такой основе. То есть не бежать в какой-то ближайший офис обслуживания, а всю работу полностью проводить в личном кабинете. Последний слайд. Московское представительство в настоящий момент у нас переезжает в другое место. Адрес поэтому здесь указан, но это наш старый адрес, он на сегодняшний день действующий. В течение следующей недели у нас определится новый адрес, где мы будем находиться. Это будет ближе к центру. Ввиду, скажем так, территориальной удобности мы решили сменить наше местонахождение, расшириться. Руководителем московского представительства у нас является Клевцова Людмила Семеновна. Она сегодня находится в зале. Здесь вы видите ее телефон, поэтому вы можете его записать, зафиксировать себе. И после того, когда закончится эта встреча, подумать, принять решение. Если у вас появятся какие-то интересные предложения по сотрудничеству с нами, обращайтесь напрямую к ней, и мы будем все эти варианты рассматривать. На этом мое выступление закончено. Спасибо вам всем большое за внимание. Спасибо клубу «Бизнесленд» за предоставленную возможность проспонсировать сей процесс. Да, надо отметить, это генеральный спонсор нашего сегодняшнего мероприятия. И в завершении хотел бы сказать, что мы решили сделать маленький сюрприз, наверное, или подарок. Объясню сначала, зачем. Дело в том, что я по своим взглядам, как предприниматель, считаю, что в основе развития бизнеса в России лежит его объединение по интересам. И клуб «Бизнесленд» является прямым представителем того, как бизнес может объединяться. Но на сегодняшний день подобное объединение я наблюдаю только в виде обмена интеллектуальной информацией, обмена опытом, обмена какими-то навыками, связями и всем остальным, ну и в какой-то части, наверное, рекламой тех выступающих, которые выходят сюда и рассказывают о своем бизнесе. Я же выступаю за то, чтобы, и Игорь в данном случае меня здесь поддерживает, выступаю за то, чтобы клуб стал основой для генерации новых бизнес-направлений, уже основанных не на каких-то интересных просто соображениях, а на конкретных практических действиях, которые были бы подкреплены финансовой основой с нашей стороны, и клуб «Бизнесленд» стал генератором бизнес-направлений, которые бы реально работали, приносили прибыль, и вступление в этот клуб было бы не только интересным, но и прежде всего выгодным для участвующих. И в качестве такого завершения, да, я принял решение, что у нас вообще после Нового года процентные ставки по депозитам будут снижаться, по каждому депозиту на 6 пунктов, но я решил сохранить эти условия, действующие сегодня для всех членов клуба «Бизнесленд», как одно из преимуществ участия в подобных форумах, вступления в подобные клубы и взаимодействия с целью достижения результата, когда все бизнес-сообщество может самостоятельно, без участия, ни в коем случае подумайте, что я плохо отношусь к банкам, но без участия каких-то платных кредитных ресурсов, развиваться, открывать новые горизонты для себя, создавать новый бизнес за счет, в принципе, той основы, той базы, которую мы сами можем для себя сформировать. На этом всем большое спасибо и отклоняюсь.